спонсор сегодняшнего выпуска – канадская фирма спортивного питания ANS. Используйте ее, и будет вам сила, масса и рельеф. Привет, друзья! Сегодня хочу поделиться с вами одной очень важной информацией. Прислушайтесь к этому совету и пользуйтесь им. О чем речь? Все мы с вами знаем, что готовить нужно... Пусик, помолчи. Готовить нужно преимущественно варить или на пару. Но все мы с вами любим иногда что-нибудь пожарить. Я лично люблю тоже иногда хорошо прожаренное мясо. Совет, которым я вам сейчас поделюсь, поможет сберечь ваше здоровье и есть жареное не так вредно, как это мы делаем, жаря на оливковом, подсолнечном, кукурузном масле. Кстати, из этих всех полезнее всего жарить на кукурузном масле. Почему вредно есть жареное? Вы знаете, потому что масло горит, вырабатываются канцерогены, все это попадает в пищу. Так вот, существует масло в природе, кстати, об этом я узнал только здесь, уже живя в Америке, которое горит при температуре свыше 360-380 градусов. Точную цифру не помню. Вы понимаете, что когда мы жарим на сковородке, мы никогда такой температуры не достигаем. Так вот, я уже пробовал не раз готовить. Мы с женой попробовали, нам очень нравится. Вот на чем нужно жарить. Масло виноградных косточек. Это масло не горит. Когда вы будете на нем жарить любую пищу, вы увидите, что масло остается таким же, каким вы его залили до жарки. Естественно, не вырабатывает канцерогенов. Придерживайтесь этого правила. Они бывают разные. Посмотрите, как выглядят эти банки. В России, я не знаю, есть ли, но в аптеке точно продают. Оно подороже, но стоит потратиться на него, потому что это сбережет ваше здоровье. А здоровье, как мы знаем, в первую очередь. Всем пока!